Итак, друзья мои, всем привет из солнечной долины Калифорнии. И сегодня у нас видео о том, как сбываются мечты и как нужно мечтать. В общем, я вам говорила, да, уже, что у нас у Сони появилась новая болезнь, такая в хорошем смысле этого слова. Она заболела серфингом. После того, как мы съездили на океан, она просто бредит и спит и видит, и, в общем-то, у нее вся теперь ее жизнь связана с серфингом. Она фильмы смотрит об этом, информацию всю в интернете вычитывает. В общем, вот эту доску себе там она выговорила, скажем так, да. Ну и смотрите, что у нас, в общем-то, до чего она договорилась. Я вам сейчас покажу. Итак, вот у нас Соня. Ну вылези, покажи. Покажись, вылезай. В общем, сейчас она вам вылезет и покажет, до чего она все-таки... Тише, Бонни. Ее упертость все-таки добила меня. Ну вылези совсем, дочь. Я сейчас вам расскажу. В общем, короче говоря, купила я ей вот такой вот костюм. То есть это, конечно, профессиональный костюм для серфинга. Ну, естественно, да, он там вот как все, если там вы знаете, да, что они там с утеплением, покажи внутри. То есть это конкретно, да, вот на океане плавать. Ого, у нас гром. Ого, вот это гром. В общем, вот он с утеплением внутри, да, ну, естественно, непромокаемый. Бонечка, пожалуйста, пожалуйста. Непромокаемый, я не знаю, как это, резина, наверное, резина, какая-то, да, специальная, в общем, да, вот так этот бренд называется, ZUT, или как это, что это? Вот. Сейчас я вам покажу, да, бумажку. А, он тебе большой, да, получается? Я тебе говорила. Это размер XS. Ну, видно, да, что он тебе немножко большеват, ну, да, как это бы. Это Adult XS? Да. А-а-а. Это не детский, это адалт. Я думала, это детский XS. Нет, это... я говорю, он очень сильно должен, он должен от вас не отставать вообще. Ага. То есть как приклеили на тебя что-то, ага, еще. Ну рассказывай историю-то, как ты получила костюм? Окей, сначала мы пришли в Marshalls. И, ну, я посмотрела, сначала там была доставка. Значит, начнем с того, что мы, ну, как бы просто были в Marshalls и совершенно по другому поводу. И тут Соня подбегает ко мне с истерическими квадратными глазами и показывает этот костюм. Нет, сначала доску. Доску сначала, да. Сначала была доска у них, естественно, она куда-то делась. Ну, знаю, купили, наверное, отослали. Скорее всего, отослали просто, потому, ну, что, да, конечно, такие вещи в дезерт, ну, это как минимум смешно, правда? Да. Какой нормальный человек в дезерт купит себе костюм для серфинга? По горам тут... Ну-ну, давай. Потом я увидела костюмы. Стоил он $129. Угу. Это цена Marshalls, но цена костюма $300. Я сейчас покажу, да. 258. Почти $300. Угу. Ну, и, естественно, потом он начал падать. В общем, и тут началась охота за костюмом, то есть... Каждые 2-3 дня она меня просила проехать быстренько. Она быстренько забегала туда, смотрела, на месте он или нет, упала ли цена или нет. И, в общем-то, вот так вот продолжалось, наверное. Но это началось, на самом деле, ребята, с момента, как только мы вернулись с Бальбоа. Вот сколько? Вот 3 недели, да, вот мы уже дома. Вот, да, вот 3 недели вот это вот продолжается уже. В общем, потом она начала носу, потом она начала Фрица уговаривать. Потом было, значит, самое меньше. Ага. Потом стало 69, потом 49. Когда 49, она начала Фрица уговаривать, что нужен, что ей он нужен. Ну, конечно, как вы понимаете, ну зачем просто выкинуть там $50, ради чего даже, вот непонятно, да, вот. Ну, в общем, короче говоря, все закончилось тем, что сегодня, когда мы... А, было 39, 39, да? 39 и держалась уже. Держалась, да. И сегодня, когда... Ну, рассказывай. И сегодня, когда мы приехали... Marshalls, он был 39, так. Но я уже не могла терпеть. Естественно, все, началась паника. И, естественно, я подошла к менеджеру и спросила, вы можете сделать нам скидку, и мы за 30 его возьмем. Он сказал, ну да, естественно, мы сейчас все перебьем. Они нам перебили на 30. То есть Соня стояла, он когда ей сказал, ну хорошо, давайте я вам сейчас узнаю все.
И пока... Вот. Вот это гром, ребята! Вы слышите, какой у нас гром? С ума сойти! В общем, короче говоря, когда этот, пока этот парень стоял там... Вони, тихо! Пока этот парень Вони. Стоял, менеджер выяснял, может он сделать еще скидку или нет. У Сони там тряслись руки, ноги, колени и, в общем, все подряд. В общем, она была в таком... Как она сказала, ой, мама, I'm excited, I'm so excited. То есть в таком возбуждении находилась. Ну и что? И потом, да, потом они нам сделали все-таки скидку. Боже, ну это ужас. Вонь, люди подумают, что у нас какая-то невоспитанная, ненормальная собака. Тихо. Это Гром, и она, конечно, очень тоже excited. Да, у нас Гром бывает очень редко, и собака тоже excited. Причем небо голубое. Вот тут вот небо черное, да. Вот, так в общем, короче говоря, он подошел и говорит, ну хорошо, нате вам костюм. Наклеил новую скидочку, $30. И тут Соня просто... В общем, вот такой вот, такая вот история, ребята. Так что за $30 она получила все-таки свой костюм. Вот. Ну будьте давай, упертыми. Прыгай. Вот такая упертость нужна в учебе. И она сказала, что она будет учиться на отлично. Да, доча? Да. Да, так что... Рыбкой? Рыбкой, давай. Сейчас надо подготовиться. Оп. Тренируйся. Соня сказала, что она будет даже зимой тренироваться теперь. У нас зимой... У нас, конечно, можно подогревать бассейн, но это, конечно, стоит таких приличных денег. Не, ну это ужас, какой-то они собака сегодня. Вот, так что в костюме она сказала, что будет зимой тоже плавать. Довольная? Да. Ну все. Мини-версия большой доски. Мини-версия большой доски. Значит, второй этап у нас прошел. Теперь третий этап – это настоящая доска, да, Соня? Да. Но это уже на будущий год, если мы, ну не если, а когда мы на будущий год поедем на океан, то уже надо будет там эту осуществлять идею, потому что здесь, конечно, это нереально. Нереально, да. Ну что ж, все, вот такое небольшое видео. Ой, какой гром! Ох, какой гром у нас! Обалдеть! Это не раз. Да, вот Соня, видите, говорит, действительно, вот мы год здесь живем, первый раз мы такой гром здесь слышим. Ну что ж, все, прощайся. Всем пока. Скажи что-нибудь. Настаивайте на своем желании и мечтайте. И мечты сбываются, мечты, да? Мечты сбываются. Вот так вот. Ну все, всем удачи, ребята, всем хорошего настроения. Чао, какао. Выключила камеру и забыла, что хотела вам показать, в общем-то, ну вот как этот бренд, да, называется. Тут книжечка такая, в общем, все, тут размеры. Вот, а вот сам чек, в общем-то, вот он стоил $258. И вот сколько раз они меняли цену. Ну, конечно, как я уже сказала, какой-то нормальный человек купит в пустыне костюм для серфинга. Вот, ну и в общем вот $30, за которые Соня выбила все-таки. Вот. Так что вот такие вот цены. Ну все, еще раз всем пока.